Да, Дуда, 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 Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру про зомбаков. И сейчас я хочу пойти до мэра и взять у него какое-нибудь задание. Привет, мэр. Ракетная установка будет в самый раз. Ему нужна ракетная установка, и мы поедем за этой ракетной установкой. Хорошо. Все нормально. Здесь не будет у нас ничего такого страшного. Ну, сразу мы откроем сейф. Монетки, патроны, граната. Одна только. Тебе что нужно? Я должен зайти. Я сделаю все сам. Вчера я напился, поэтому сегодня опоздал. Вот почему мне приходится вычищать сортиры. Продолжай. Так, если ты почистишь туалеты, я пропущу тебя вниз. Я в деле. Возьмите швабру, ведро и щетку. Постарайтесь почистить туалеты. Туалеты? Что там в туалетах? Интересного, е-мое. Вот еще туалеты бы я не чистил. Где твоя щетка? Швабра, щетка, все берем. И отправляемся. Вот, смотри, ну как так на унитаз накакать, да? Все, почистили, отлично, все чисто. И с этой стороны тоже самое. Ага, все, моем, чистим, все отлично, все красиво. И еще вот этот, значит, еще вот здесь. Ага. Все хорошо, почистили, отмыли, нормально. Так, туалеты чистые? Конечно, легче легкого. Окей, входи. Да, бред, зачем нам заставили туалеты мыть, я вообще не могу понять. Ага, лифт, смотри, нифига себе. Спуститься. О-о-о, подожди. Сразу работенка. Ёлки-палки, моталки. Эй, кыш-кыш-кыш. Эй, дайте я пройду. Чего у меня там окружили, гады? Так, давай использую мою. Да, конечно. Есть, готов. О, нифига отлетает. Мать. Вот это у меня крутая штука. Есть. Есть. Вот это да. Так, времени нет у меня. Перезаряжайся быстрее. Есть. Да ё-моё, отвалите от меня, а. Так, а ну-ка, сейчас быстренько сюда прибежим. Снайперка, огонь, конечно, смотри. С одного выстрела. Все, готово, и... Значит, идем. Есть, отвалил. Еще бедолага. Да, пять выстрелов, конечно, немного. Но отбивает мощно. Прям я скажу тебе, мощненько. Смотри, крышку снимает прям конкретно. Да ты башку не верти свой. Есть. О, золото даже добыл, нормально. Есть, отбил. Готово. Нормально, причем отбивает им черепушки. Папа. Все, готово. Смотри, мне нравится это оружие. А, вот еще, смотри, один зомбак. Есть, готов. Кусок кожи. О, нет. Это слишком много. Так, мать, подожди. Что ж у меня все разряжено?
Все, готовы. Отдыхайте, ребята. А, найдите нижнюю часть ракетной установки. А, вот эту штуку надо взломать. О, зомбачье. Так, поднимайтесь. Перезарядка. Так, сзади нет никого, нормально все. Есть. Раз, два, три, четыре, пять. О, нормально. Пятерых сразу. Раз, два, три, четыре, пять. Готово. Отлично. Мне нравится это оружие. Так, берем вот эту штукенцию. И идем дальше. О, опять зомбаки, смотри. Оба. Плохо, что 5 патронов только. Было бы 10. Было бы лучше, конечно. Ух ты! Ух ты, ух ты! Ладно, пусть подойдут, сейчас мы их подзорвем. Все, готовы. Готовы, готовы. Отправляемся дальше. Так, нам направо. Открываем. Опять играть. Так, опять зомбачье. Меняем оружие. Перезарядка. Готово, готово. Надо им в черепушки стрелять. О, нормально, смотри, идут. Кого тогда да попаду? Все, готов. Идем дальше. Вот она, ракетная установка. Все. Миссия завершена. Отлично. О, три сейфа. Случайная встреча. Конечно же, встретится. Это очень даже интересно. Никого нет, а вот все, нормально. Три сейфа, нормально, начнем с этого. Хорошо, отмычек у нас дофига. Есть, патрончики и все. А, нет, монетки и бинт, хорошо. Ах, сломалось. Да как так? Опять сломалось, да ну нафиг. Это какие-то сейфы мощные. Отмычки ломаются. Только в путь. Две отмычки сломать, ну ладно. Монетки, патроны, бинт. Есть, готово, открыл. То же самое, патроны, монетки и бинт, да? А, бобы, ну, тоже неплохо. Сейчас быстренько пробежимся. О, сколько бобов, нифига там, куча бобов мне дали. Так, сейчас пробежимся, нет ничего интересного больше здесь, да? Три сейфа, ну, нормально. Хорошо. Ага, мэр, идем. Сейчас подожди, пока к мэру не пойдем, к торговцу. Сейчас мы все продадим, что у нас есть ненужное. А у нас есть золото. Куча всего. Бобы продавать мы не будем. Мы пока положим себе в сундук. Вот, бобы наши. Пригодятся. Ну, одни бобы мы оставим себе. Это у нас патроны не используются. Мы их сюда положим. Да? 9 мм, да, они? Да, пока они не используются. Не будем брать.
Что еще? А, книжка у нас, журнал «Умение путешественника». Используем. А что нам дает про путешествие, я не помню. Давай посмотрим, что дает нам путешествие. Умение, да, путешествие. А вот путешественник. Увеличивает шанс избежать случайной встречи. Плюс камуфляж транспортного средства. Угу. Камуфляж транспортного средства. Ну вот. Так, все, отправляемся к мэру. А, все, я все сделал. Давай денег. Спасибо. Так, итак, а теперь у нас есть ракетная установка. А теперь раздобыть бы к ней боеприпасы. Я так и знал. Я так и знал, что тебе нужны боеприпасы. А, посмотрим, куда делись. А, боеприпасы возле аэропорта. Хорошо. Посмотрим сейчас, как у него установка стоит. Ой, красава, красивая установочка стоит. Вообще нормально. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Сегодня будем заканчивать серию. Всем пока-пока.